Для вкусного полезного салата нам понадобится фасоль 100 граммов в сухом виде. Чтобы фасоль быстро сварилась, я замочила ее предварительно на несколько часов в воде. Пока фасоль варится, порежем другие продукты на салат. Нам нужен один сладкий болгарский перец. Очищаем его и нарезаем его некрупными кусочками. Также в салат пойдут 2 помидора. Помидоры нарезаем, как принято в салате, чтобы кусочки были примерно равны, то есть под стать перцу. Также нам нужна 1 красная луковица среднего размера. Лук нарезаю тонкими четверть кольцами. Также в салат добавим 1 банку консервированного зеленого горошка. Фасоль сварилась, остыла, и я добавляю ее в салат. Теперь к этому полезнейшему, богатому белком салату приготовим полезную заправку. И она также будет вкусной. Я беру 5 столовых ложек сметаны. Вместо сметаны можно взять белый йогурт. К сметане добавляю 1 зубочек чеснока, пропущенный через пресс. Одну столовую ложку винного натурального 6% уксуса. Вместо винного можно взять натуральный яблочный уксус или лимонный сок. И 2 столовых ложки ароматного нерафинированного растительного масла по вашему вкусу. Я беру оливковое масло. Осталось заправку посолить, добавляя пол чайной ложки соли или немножко меньше. Добавить небольшую щепотку черного молотого перца. Все перемешаем. Заправочка пахнет очень аппетитно, объединит все продукты в салате. Этот салат получается очень вкусный и интересный. И его можно подать как на каждый день, так и на праздничный стол. Кроме того, он сытный, богат большим количеством растительного белка и вполне заменит отличный ужин. Готовьте на здоровье такой салатик, и пусть он вас радует. Не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые вкусные доступные рецепты. Меня порадует, если вы поставите лайк. Как всегда, жду ваше мнение в комментариях или просто оставьте смайлики в комментариях. Я желаю вам здоровья, побольше радостных событий. Увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.